Коллеги, напоминаю вам, что данный вопрос у нас в повестку включен был уже дополнительно. Основанием для включения данного вопроса в повестку послужило заявление, которое поступило с депутатов Северодвинска от главы Северодвинска Скубенко Игоря Васильевича. Заявление в соответствии с подпунктом 2, пункта 2 статьи 46 Устава городского округа Архангельской области Северодвинск прошу досрочно прекратить мои полномочия главы Северодвинска в связи с отставкой по собственному желанию. Данное заявление подлежит удовлетворению в соответствии со статьей 46 Устава муниципального образования. Напоминаю, Совет депутатов Северодвинска должен принять решение о досрочном прекращении полномочий главы Северодвинска на очередном или вне очередном заседании. То есть здесь норма уставом такая предусмотрена. Также причина по собственному желанию отставки тоже уставом зафиксирована. В соответствии с данной нормой подготовлен проект решения. Решение следующее. Прекратить досрочно полномочия главы муниципального образования Северодвинска Скубенко Игоря Васильевича 24 ноября 2022 года, то есть сегодняшнего дня. Коллеги, кратко изложил суть решения. Каких-либо дополнительных пояснений по поводу подготовки, я думаю, здесь не требуется. Если есть какие-то вопросы ко мне, как субъекту правотворческой инициативы, который внес решение, я отвечу. Да, Валерий Николаевич. Михаил Александрович, депутат Серба, 10 округ. После сложения полномочий главы Северодвинска будет исполнять обязанности до того, как выберет комиссия до 13 декабря, и депутаты утвердят зам главы города. Я отвечу, да, Валерий Николаевич. Это вопрос следующей повестки. Опять же, уставом Северодвинска тоже данная ситуация урегулирована. У нас в соответствии со статьей 46 пункт 1 время исполняющей обязанности главы Северодвинска при наличии одного из оснований, я вам уже сказал, назначается заместитель главы Северодвинска. У нас 4 заместителя, этот вопрос второй у нас по повестке, поэтому мы к нему еще вернемся. Я думаю, что я его прокомментирую уже, когда мы примем решение по первому вопросу. Еще вопросы есть непосредственно к проекту решения? Нет. Итак, ставлю на голосование указанный проект решения о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования Северодвинск. Голосуем. Голос за, 1 воздержался, против голосов нет. Решение принято. Прежде чем перейти к следующему вопросу, коллеги, несколько слов от меня, как от представителя представительного органа. Данное решение я уже озвучил. Принимать, я думаю, что было непросто, тем не менее, право такого главы есть. Я хочу просто от имени городского совета депутатов уже 7-го созыва и от тех, кто работал с Игорем Васильевичем в 6-м созыве, поблагодарить главу муниципального образования за все, что было сделано в городе. Поверьте, только совместными усилиями исполнительной власти и представительного органа были реализованы все те крупные инфраструктурные проекты в Северодвинске, ну и, конечно же, все, что было сделано для развития социальной сферы, сферы культуры и всех других вопросов местного значения, которые на нас с вами возложены. Я считаю, что в этом плане Игорь Васильевич сделал все, от него зависящее даже в самых непростых условиях, поэтому прошу тоже поддержать. Почетная грамота Совета депутатов Северодвинска за значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования Северодвинск награждается Игорь Васильевич. Да, коллеги, я взаимно, безусловно, присоединяюсь к сказанному Михаилу Александровичу. Действительно, в 7-м созыве тоже достаточно много людей, которые работали в 6-м созыве. В порой непростых условиях мы выполняли важные государственные, муниципальные
региональные задачи. И поверьте мне, далеко я не уйду. Мне придется еще, наверное, много поработать. И те задачи, которые сегодня поставил передо мной губернатор, председатель правительства, они крайне непростые. И я это тоже воспринимаю как определенное доверие и учет того опыта, который у меня уже есть и в работе в правительстве, и тот муниципальный наработанный опыт вместе с вами. Поэтому впереди у меня новые задачи. Рассчитываю с понедельника уже выйти на новое место работы. Вот. Ну и, соответственно, в Северодвинске тоже буду бывать, поверьте. Спасибо. Напоминаю, что флаг тоже был принят по инициативе, решение о данном символе было по инициативе Игоря Васильевича, и среди которых Северодвинска его единогласно поддержал. Мы желаем вам успешной работы и чтобы этот символ, маленький символ нашего большого и важного для области города, всегда был с вами. Мы переходим к следующему проекту решения. Валерий Николаевич уже данный проект фактически озвучил. Я уже напоминаю, что полномочия главы муниципального образования прекращаются. Игорь Васильевич, если есть возможность остаться на месте, тоже прошу это сделать. Но это ваше право, ваше решение. Коллеги, Валерий Николаевич правильно заметил, у нас с вами, напоминаю, объявлен конкурс по главе муниципального образования Северодвинска, состоится 30 ноября в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска. И на очередной сессии 13 декабря Совет депутатов Северодвинска должен принять решение избрать главу муниципального образования. Этот срок, начиная с сегодняшнего дня и до того момента, как вновь избранный глава вступит в полномочия, уставом также предусмотрено, что все полномочия главы по решению Совета депутатов Северодвинска исполняет один из заместителей. Напоминаю, что в структуре администрации Северодвинска у главы Северодвинска 4 заместителя. Я провел необходимые консультации по данному вопросу. И предлагается проектом решения в соответствии с статьей 46 пункт 1 Устава Северодвинска на основании решения Совета депутатов Северодвинска 24 ноября 2022 года, то есть предыдущего решения о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования Северодвинск, Совет депутатов Северодвинска решил назначить временно исполняющим обязанности главы муниципального образования Северодвинск заместителя главы администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам Почерякова Олега Васильевича. Назначить с 24 ноября 2022 года. Олег Васильевич, у вас возражений нет? Возражений нет. Коллеги, данный проект решения еще предусматривает установление всех необходимых гарантий для осуществления полномочий главы Северодвинска, временно исполняющей обязанности, и в такой редакции предлагается вашему рассмотрению. Есть вопросы к проекту решения? Вопросов к проекту решения нет. В таком случае переходим к голосованию по данному проекту. Так, ставлю на голосование сессии проект решения о возмещении временно исполняющей обязанности главы муниципального образования Северодвинск в представленной редакции. Два голоса за, воздержавшихся против нет. Решение принято единогласно.